Сейчас мы находимся в зале, где представлены мои работы. Не только мои картины, но и фарфор, скульптуры. Так что в этом смысле представлен довольно полно. Вот эта работа несколько наивно выглядит, она называется «За граница». Когда на самолете подлетаешь к Дюссельдорфу или Кёльну, то земля раскрашена довольно любопытно. И по цвету это все мне напоминает эти дома, вокруг эти дома, которые там были за границей. Они очень немецкие по цвету. Вот таким образом появляется как бы «За граница». На этой выставке представлено 14 художников. Вейсберг, Харитонов, Драбин, Штейнберг, Желтов, Зверев и другие художники, с которыми я много лет общался и общаюсь до сих пор. Я как-то в каком-то своем воспоминании написал, что Вейсберг, Яковлев и Зверев, вот эти три шизофреника, они были настолько озарены тем, что они делали, искусством, они как бы ему принадлежали, что это всегда укор нам, людям, которые как бы мы здоровы абсолютно. Мы никогда не могли подойти вот к тем состояниям, которые были у них. И я хочу начать свой разговор именно с Вейсберга, потому что я его знаю с 43-го года. Мне вот памятна одна выставка. Это был февраль 43-го года. Мороз был невероятный. Выставка проходила в Пассаже на Петровке. И вдруг вот то, что нет начальства, художники дали волю своим чувствам выставить то, что бы они хотели. Ну вот там я вот увидел Вейсберга. И он писал всевозможные плюшки такие. Плюшки румяные такие. Голод невероятный. Он эти плюшки рисует. Батоны, но они подсохли, ясно. Но тут сожрешь вообще и сухое все. Подметешь с удовольствием. И вот эти батоны, плюшки он писал удивительно. Он болезненно относился к перемену, если кто-то тронет натюрморт. Малейшее шевеление, сдвиг, это его раздражало. Он начинал там орать, кричать. Выглядел он, я помню, невероятно худой, длинный, с небольшой головой. И вообще напоминал какого-то Десифея, только что без бороды. Потом мы с ним познакомились. Жил он тогда где-то в районе Красных Ворот. Там было две комнаты. Одна была спальня, где его мать была, и вот комната, в которой он располагался. Он все выносил в комнату матери. Это каждый день. Все абсолютно. Освобождал себе свое место для работы. Вначале он напишет такой известный довольно натюрморт. Какое-то белое кашне. На нем белые перчатки. Лежит на каком-то светлом столе. Но тогда стол еще не был таким светлым. Но появляется уже вот эта идея белого. Квартиру он все выкрасил свою в белый цвет. Даже шкаф с книгами. Все было обернуто белой калькой. На полу и на полках были все эти белые пробирки, кубики, шарики и треугольники. Вот такая какая-то странная, стерильная очень мастерская. Он настолько чувствительен был к любым рефлексам, что он дома носил шапку вот с таким козырьком, огромным, чтобы ничего не мешало. Никакие рефлексы как бы не приходили к нему. И там были вот газеты, они легко рвутся по печатным страницам. И это были две пачки бумажек вот такого размера приблизительно и заколоты на какую-то странную такую булавку большую. И каждый раз он 2-3 мазка сделает, и он вытирал этой бумажкой кисть и бросал ее в эту вот большую, огромную белевую корзину.
И в конце сеанса эта карта была полна этих бумажек. Это уже производило такое впечатление серьезное. Он все постановки свои настолько знал, что они должны точно стоять и не двигаться. Он от угла до угла замерял и писал от этого угла до этого 12 сантиметров, от этого до этого 40 сантиметров. Это мука была ему позировать. Также вы говорили, женщина, которая писала там девушке, ноги затекали, руки затекали, все затекало. Академический 45 сеанс, если я шевелился, он орал неистово. Орал, говорит, доходило до каких-то, говорит, безумий просто. Вот, но хотели иметь какой-то портрет и позировать Ведьбергу, поэтому терпели все эти неудобства. У меня знакомство с Яковлевым произошло буквально на заборе. Все говорят: старик, поезжай, какая работа на заборе Яковлева. Я не поленился, поехал. Написана была гуашью, но потрясающая работа была. Она была несколько абстрактная, но светилась на этом заборе, как Ван Гог. Я ему говорю: Володь, ну как ты объяснишь свою работу, у тебя все цветы, цветы. Цветы доступны всем. Их могут покупать любые люди. Они не мешают, не раздражают. А абстракцию тоже писал. Мне это было очень трудно. Потому что мне приходили люди, говорили: пожалуйста, нарисуйте абстракцию. Но он не разрешал. Потом я его спрашиваю: Володь, ну вот как же, у тебя есть работа, и у тебя через лицо проходит рама, окно. Володь, ну я же тогда в окно смотрел. Вот в этом его видении себя в мире, в окружении, вот это потрясающе. Или там через лицо проходил крест. Я говорю: как же у тебя крест проходит через лицо? А это что? Володь, ну я же тогда умевал, он немножко картавил. Я все время видел перед собой крест. И вот так крест через все лицо. К деньгам он относился очень интересно. Я был свидетелем. Приходил какой-то физик-лирик и очень хотел купить Яковлева. Мать его так пачку держала. Сколько брать-то будете? Перебирала их. Ну, я не знаю, я бы хотел посмотреть. А что их смотреть-то, они все хорошие. Володь, почем продавать-то? А он рядом ходит, пыхтит своим беломором. Володь, почем продавать-то будем? Ну, мать, ты вот спроси, кто он будет-то? А вы кто будете-то? Ну, я некоторому продаю в университете, как бы физикой занимаюсь. Володька, он физик. Но, мать, ты ему дай дешевле. Он же все-таки инженер, а я же никакой не инженер. И тогда мать говорит: ну, почем ему давать-то будем? Мать, ну, ты там сообрази. Ну, я же не инженер никак, он же уже инженер. Он все мерил на инженера. Сколько инженер получал? 150 рублей. Он никак не мог платить, считать себе, что он больше инженера может заработать. Ну, Володь, по 35 рублей, договоримся? Ну, мать, ты продавай. Ну, конечно, да. Ну, этому физику говорили 35, тогда он с радостью, значит, стал выбирать. Там 3-4-5 работ брал. Вот это я сам был свидетелем этого. Если сейчас вам рассказать, как он жил, вот эта комната, кровать, перина вот такая толстая, одеяло вот такое толстое и несколько подушек. И когда на него навалилась депрессия, он проваливался в кровать-гнездо и вообще не вставал, так и там и жил в этой кровати.
А мать чувствовала вот его, что он уже начинает как бы в себя приходить. Володька, Володька, я пойду цветок рисовать. Мать, 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 не ходи. Нет, 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 нет. Мать, не делай, не делай, не делай. Мать, не трогай, не трогай, не трогай. Она идет, ткнет там банку то в одну, то во вторую. Какой-то цветок намажет. И он сразу входил в это, понимаете? Он чувствует, что это как-то не то, что бы он хотел. И вот таким образом она его как бы вводила в работу. Это очень хорошее было лекарство для него. А когда она умерла, то здесь уже пошло в жуть. Параллельно с психическими заболеваниями у него стал развиваться туберкулез. Поэтому он находился в больницах, параллельных, связанных с психикой и попутными какими-то болезнями. Путь искусства у меня кончилось, я смерть вижу. Сейчас я закурю еще сигаретку. Посидите, ради бога, 10 минут. Большое спасибо. А денег никаких нет. Ты убрал. Да. Спасибо большое. Так, 3-4. Зверев появляется у меня в 68 году. Мы разошлись с Мастерковой. Не скажу, что я не переживал. Переживал, конечно, один. Где жить, как быть вообще? У матери одна комната, 17 метров. Куда, где работать, как писать. И я стал искать себе мастерскую. Ну, нашел вот на Садовой полуподвал, и там появился сразу Зверев. Как-то было настроение тяжелое, а Зверев всегда приходил с коньяком, шампанским. Тут быстро восстанавливалось настроение. Ну, что, старик, ты переживаешь, что ли? А ты знаешь, старик, общество, вот как эта стена у тебя напротив показывает. А ты вешай на нее картины, картины, картины. И стена тебе это будет уходить, уходить и уходить. Мне понравилось разрешение этого вопроса. Работай, старик, и все отойдет, это все ерунда. И вот тогда с Зверевым я близко сошелся, очень близко. Он меня просто не покидал в этой мастерской. Зверев неделю жил 5 дней обязательно. Иногда и 6. Если он кому-то шел ночевать, то он покупал дикое количество газет. И вот он начинает стелить пол газетами и всю ночь шуршит, как ежик в этих газетах. Невозможно уснуть просто. Я говорю, слушай, старик, хватит тебе с этими газетами, я спать не могу. Причем у него невероятная была брезгливость. Он все белье носил швами наружу. Мне говорит, старик, как же ты, швы у тебя внутри. За ней же люди хватались, когда шили. Все, что прикасался человек, он все как бы отвергал от своего тела. Если я приходил с ним в ресторан, то всегда он официантке говорил, старуха, ты неси батон и водку, коньяк, чтобы был закрыт. Она говорит, да мы не можем так вам. Какой батон? Мы режем хлеб, даем. В самом роскошном ресторане были. В Совой ходили, в Метрополь. Он обязательно пил в закрытой бутылке. В открытой, как бы он не хотел выпить,
он не будет пить. Старик, туда можешь всякую гадость положить против меня. А батон, он все корки обрывал, за него брались. Вот эти гора корок на столе в ресторане, все на нас смотрели, как на каких-то идиотов. Наверное, я так думаю. Ха! Уничтожить советскую лотрат. Всех уничтожить. Два, кроме вас. Господи, дай Бог сил нарисовать хоть что-нибудь. Я его однажды спросил. Толик, ну а что ты любишь больше всего? Он так улыбнулся и говорит: старик, ты знаешь, мне иногда снятся вот такие батоны с изюмом. Вот тут такое голодное детство. Яркое впечатление, мам, батоны с изюмом. Когда он звонит, он к трубке близко не прикасался, брезгливый был. Он на расстоянии: алло, это я. Можно у вас занять десяточку? Что-то долго кто-то говорит. Но я с Немухиным подъеду к вам. Старик, едем к Остаке. Десяточку обещал. Когда были очередные показы для иностранцев, Костаки часто просил: Володь, приезжай, голубчик, помоги мне. Я знал, что кончится это тем, что он будет показывать Кандинских, там, Малевичей и так далее, и так далее. Русский авангард. А ему всегда говорили: господин Костакис, мы слышали, что у вас есть современные художники. И Костаки так несколько недовольно говорил всегда мне: вот, Володь, я им гениев показываю, они вас просят. Помоги мне, шкаф отодвигает, а тут пару раменок достает. Или пачку Зверева в стекле. Сам Зверев о себе говорил: старик, я художник до 59-го года. Тогда я писал кровью. Это буквально его слова. А дальше я, говорит, уже стал работать для общества. Работать он умел, не ленился. И всегда говорил: старик, давай я тебя увековечу. И вот очередная работа, когда он меня увековечил. Это работа 68-го года. Вот это он меня увековечил. Приходит ко мне однажды один режиссер и говорит, что я хотел бы сделать фильм о Звереве. Ну, я говорю, я вам хочу показать одну фотографию, а вы решите, будете вы делать фильм о нем или нет. Я им показываю эту фотографию. После этого, когда он посмотрел, он сказал: я фильм делать не буду. Вот. Чувствуешь здесь какой Зверев? А? Вообще о нем говорить можно много. Жизнь его не обманывала. А все, что вокруг, оно как-то все врало. Вместе с любовью. Его любили, потому что он приходил: Толечка, ну где ты пропадал, милый? Старуха, ладно, об этом мы потом. Давай я тебя увековечу. Ну, значит, возможность выпить, во-первых, покормят и дадут ночлег. Толечка, ну ты меня можешь написать с внучкой? Старуха, конечно, давай внучку с тобой и кошку. Кошка есть? Ну и с мышкой, старуха. Вот такой семейный портрет он делал. Когда его хоронили, такое количество было женщин. Вряд ли еще у кого будет такое количество женщин. Он столько портретов сделал. Невероятно. Действительно скорбное было зрелище. Они пришли с ним прощаться. И в церкви были, когда отпевали, и на кладбище. Скажите, Толя, отчего закрыта дверь? Перед открытой снова вы. Здорово, зверь.
А дверь теперь ему последняя во гроб. И без вопроса, без натуга, белый лоб. Сколь чуждые легли на вас черты, у грани неземной стоите вы. Скажите, Толя, отчего закрыта дверь? Лишь от того, что я ушел, ваш нежный зверь. Я такое часто наблюдал, что художники с точки зрения зрителя или покупателя иногда выглядят каким-то мерзнопакостными людьми. На самом деле судьба художественная – это немножко другое, чем судьба жизненная. Так, они, вот эти две судьбы, они, конечно, решают важный вопрос для человека. Кто ты такой? И борьба человеческая все время происходит борьбой художественной. Я думаю, это у очень многих художников. Таких примеров очень много, особенно в русском искусстве. Потому что русское искусство очень тесно связано с жизнью. Очень тесно. В отличие от западного искусства, в них есть ощущение искусства как роскошь. И роскошь надо понимать, с моей точки зрения, не как дорогое произведение, а роскошь в самом ощущении. Для меня, например, картина Мане «Завтрак на траве» – это роскошь. Бывают работы каких-то невероятных композиционных решений. Ну, достаточно вспомнить Малевич «Черный квадрат». Сегодня мы говорим, что Малевич родился для «Черного квадрата». Я вполне могу это сказать. Но вот я не могу себе сказать, что я родился для того, чтобы писать карты. Значит, за картой стоит у меня другая проблема. И если квадрат Малевича – это работа глубокого символизма, то у меня нет такого знака, в котором я сказал, вот это работа, ради которой я и родился, как Малевич для «Черного квадрата». Это огромная сумма решений, очень многих и многих и многих и многих. Жизнь все время тебя наполняет огромными желаниями делать, делать и делать, искать какие-то решения. Есть тема, есть подход какой-то у тебя. Дальше все время это поиски. Вот это очень любопытно тем, скульптура. Я ее так специально поворачиваю. Ну, я, так сказать, маленький секрет раскрываю. Я это называю скульптура «Молния». Я сидел на террасе, и вдруг невероятные тучи налетели, и гроза. Я сидел, смотрел, и у меня эти тучи и молния создали вот эту вот форму. Вот эта работа, когда я приезжаю в деревню, то всегда что-то в деревне меня там всегда трогает. Может, потому что в городе. Это вот такой грубый деревенский изолятор, ввернут в стену белую. Рядом какие-то железки, какая-то фанерка. Создает вот такую конструктивную ситуацию. Я не могу сказать, что это с натуры, нет. Но натура помогла эти вопросы решать. Вот здесь вот эти бумновые валеты. Это один валет ретро. Он как бы говорит о времени, условно, как бы 20-е годы. Валетов у меня очень много. Очень много валетов. Очень много. Валет меня привлекает своей картой и обществом, возможно, бубновый валет в России. Дает возможность развернуть целую панораму таких валетов. Я иногда отшучиваюсь. Говорю, что не я выбрал карты, а карты выбрали меня. Ну, как-то надо объяснить. Хотя, конечно, есть для этого у меня своя причина, почему у меня карты. Я по натуре не картежник, никаких азартов за собой не замечал, кроме азарта к самому искусству. Карта пришла ко мне после абстрактного периода, который начинался в 58-59 году. И длился до 64 года. Абстрактное искусство возникало сразу.
Если ты хотел порвать с этой параллельной культурой, то абстракционизм давал тебе эту возможность сразу же. Написал картину, и ты порвал. Все. И это поднимало вот такой дух и настроение к работе. Но со временем я заметил, что абстракция стала обладать каким-то невероятным натурализмом. Часто, когда я об этом говорю, даже вызываю некоторое удивление, как может быть абстракция натуралистичной. Я это увидел. Возможно, свет был как-то решен моей натурой, моей психикой. И я не мог сказать, кому этот свет принадлежит, что это. И он меня стал утомлять, этого состояния. Все больше и больше. Я стал искать предмет, который давал мне возможность заниматься живописью. В конце концов, однажды в автобусе я нарисую две карты. Шестерка бубновая и семерка бубновая. И именно две карты. И я в них увидел определенную геометрию. Вот как это ни странно, ни парадоксально, карты стали для меня мотивом для живописи. Я стараюсь по мере своих сил как-то утвердить карту в искусстве. Ну, я думаю, говорить сегодня о сожалении вообще, быть или не быть, уже поздно. Значит, все состоялось так, как было угодно судьбе, художественной судьбе. Это особенная судьба. Вот судьба художественная, она особенная судьба. Вот человеческая, она человеческая, а художественная, она особенная судьба. Они не всегда пересекаются с человеком. Поэтому, когда говорят, напишите свою биографию, то сама биография может абсолютно не выражать вашу судьбу, вот эту творческую, как мы говорим. Абсолютно не совпадение.